Здравствуйте! Сегодня мы с Тараконом. Одесская барахолка. Тараконный рынок. У нас таракон, но можно найти все. Пойдем в ту сторону. Пойдем прямо. Очень большой барахольный базар. Имеются вот глечки, ножнички. Разный металл, алюминий. Люди радостные, веселые, гостеприимные. Сколько всего, что я не найду. Три куклы, он старинная еще. Игрушки детские, самокаты, книги, картины. Подушки, одеяло. Вещи. Тюльпаны продают. Не знаю, что за тюльпаны. Простички, наверное, да? Да. На него вот так вот просто высыпают порошок, высыпают вот этой вот смесь, я забыл, которая... Да, она как-то...
А маленькие? Вот они фрезы вот это. Мясная корма. Что сегодня мало людей, животных, не повыносили. Фарш для животных. Да. Очень красивые собачки чуть-чуть. Вот мопсики. А тут французы. Маленькая. Это у нас сегодня мы смотрим крошечных собачек. Посмотри. Это даже меньше, чем твоя игрушка. Привет, крошка. Привет, красивая. Вот такие хорошенькие. А вот шарпи. Все смотрят. А вот шарпи. Это шпица. Весело животных. О, грибы какие. Это белые, наверное. Да, но они так помяли, что... Что с ними делать? Да той бабы я добывалась. Сейчас пойдем, давай я поснимаю котят. О, какие красивые. Играются, людей сильно много. Длинные лапы. И договоритесь насчет сыроподсолнечного. Да, да. Вы просто приходите, даете там за расходник, и вам все делают. Это же ковала. Она шикарная кошка. 18? Какого кота здесь не купите? Да, мы. Так. Не надо мне его. Ну и вот он.
все, что есть лучше, у меня чистая Одесса. Многие продавцы не разрешают показывать свои питомцы. Ой, как апрель. Боже. Да, мальчик. Мальчик, да. Сколько он стоит? 2,5. Это персидский, да? Персидский. Ну, видно. Носик не сильно, да, получается? Ну, классический у них нос не на уровне глаз. Ну, да. А экстремалы нос на уровне, где-то вот так вот. Ну, у меня есть была такая кошка классик, белая просто. Есть экстремал, то есть раз. Красавчик. Нос на уровне глаз или нет? Подумаю, красивый очень, сказочный мальчик. С желтым брюшком. Это очень. Переходим к птичкам. Рыбалка. Все, что нужно для души. А ну тут посмотри. Не может быть тут? Ну, идем поищем. Идем на углу там. Сетки. Садки. Какая трава разновидность. Это трава. Трава, которая живая, камушки. По-моему, в этом магазине нет. Вот как раз сейчас положите. Это как и надо. Да, да, да. А почем корм? 10 рублей. Ага. Берите. Беру. Беру. Сейчас дам. Пожалуйста. Да, спасибо. Вам одну? Да. Я как их сохранить? Я же 5 могу дать. Смотри, как они ползают. А. Я вас не обманываю. Как они ползают. Живые такие. Заморозить их можно? Не надо, мама. А как? Возьмите газету, смочите. 2 дня кормите, 3 день кормите. Газету вечером, другую положите. Вогкую. Понятно? Угу. И все. Держи. Прошу. Спасибо большое. Удачи. Ой, жабу купим. Не хочешь жабу? А почем эти волюхвостки? 15 гривен маленькие, по 100 гривен большие. А тех цветных, помнишь, мы видели? О, равликов надо взять. Не надо равликов, чтобы очистить. О, ну что ты как маленький. Нет времени. Вот этих она набрала, да? Красненьких. Все растения понравились. Как поют красиво. Дрель супер. На все случаи жизни.